Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый прекрасный вечер, уважаемые участники нашего сегодняшнего мероприятия. Давайте, пожалуйста, проверим связь по 100-бальной шкале. Вот, я включил чат. Можно и нужно меня прокомментировать. Как меня слышно, как меня видно, дайте, пожалуйста, оценку. Вот, циферкой 100, если все идеально, безупречно, и вы меня видите отлично и слышите хорошо. Там 90 – это, если так, средненько, ну, то есть там какие-то помехи есть, 80 – еще хуже, 70 – еще хуже, ну, и так далее, и так далее. Вот, жду вашей обратной связи. Я знаю, что то, что я говорю сейчас в режиме реального времени, вы слышите секунду как через 15, вот, потому что есть буферизация, получается, нашей трансляции, вот, и где-то секунд 15-10 есть задержки. Поэтому учитываю, что есть вот эта пауза, и мне нужно будет ее заговаривать, да, когда буду спрашивать вас обратную связь. Так, вижу, что пошли первые сотни. Вот, у нас почему-то не все комментируют. Но я знаю, что у нас сегодня гости, к сожалению, не могут комментировать наше мероприятие. Вот, но, собственно, вам это, в принципе, ни к чему. Вот, потому что сегодня у нас будет такая очень деловая встреча. Вот, больше буду говорить я. Вот, и сегодня задача гостей очень простая, это больше взять ручки, листочки, и то, что я буду рассказывать, сегодня фиксировать и записывать, потому что я сегодня буду говорить только с гостями, я буду обращаться только к вам, и моя задача – это вам донести некое предложение, как можно на своем развитии, на тренингах, на обучении, на образовании зарабатывать очень хорошие деньги. Это делаю я, делают множество моих партнеров, вот поэтому, собственно, именно об этом сегодня будем говорить. Так, ну, как-то у нас очень неживенько идет обратная связь. Вот, вижу, что есть первые сотни. Вот, давайте еще раз, пожалуйста, контрольный. По 100-бальной шкале, как слышно, как видно. Вот, когда увижу шквал комментариев, собственно, мы сразу и продолжим. Вот, также можно сразу написать, из какого города вы нас смотрите и где вы сейчас находитесь, вот, в каком городе, чтобы примерно понимать географию нашего сегодняшнего мероприятия. Вот, и тоже видеть, кто откуда сегодня находится. У нас сегодня прямой эфир, вот, время 20:02, и мы, собственно, сейчас будем уже начинать. Так, ну, хорошо, я сейчас напишу модераторам нашим и администратору, что у нас с комментариями, вот, потому что мне пишут, что почему-то люди не могут оставить сообщение, и это их... Кто-то может, кто-то не может, очень странно. Ну, хорошо. Давайте продолжать. Вот. Еще раз представлюсь. Вот, вижу, что у нас подключаются все больше и больше учеников и наших гостей. Меня зовут Ярослав Гуртов. Вот. И так получилось, что я один из самых молодых спикеров системы VA Club, в которой вы находитесь. И давайте я сразу обозначу небольшую рамку целей, да, вот, и о чем мы сегодня будем говорить. Сегодня будет мероприятие длительностью 1 час. Вот. Я за этот час расскажу вам, как зарабатывать на своем развитии. Скажу вам, каким бизнесом мы занимаемся, кто мы такие вообще, какая у нас идея, какой продукт и какая модель действий, да, и, собственно, что мы делаем. И, безусловно, вы сегодня получите очень много такой хорошей, полезной информации, которая для вас будет судьбоносной. И я рекомендую, конечно же, вот взять, еще раз скажу, это ручки и листочки, главные какие-то тезисы и мысли себе фиксировать, потому что я не тренер успеха, не там спикер, и я не буду сегодня в воду нести там и так далее. Я буду выступать очень конструктивно по существу и максимум час. Постараюсь в это время уложиться. Поэтому, не теряя минуточки, давайте перейдем, собственно, дальше. С вашего позволения, буквально одну минуту просто себе расскажу, чтобы у вас было представление, да, вообще, кто я такой. Мне всего лишь 22 года. Я живу в Москве, вот, собственно, сейчас нахожусь территориально в Казахстане, в Алмате. Потому что тут открываем интеллектуальные клубы, сеть уже целых открыли 5 клубов, вот, ну, это отдельно расскажу. Всю жизнь занимался спортом, футболист, пик карьеры был «Зенит-2», контракт, был даже кандидатом в юношескую сборную, потом получил травму в 9 классе, будучи 9-классником, я уже зарабатывал 1100-120 рублей каждый месяц, то есть, ну, как бы, более-менее денежки у меня уже были, сам себя мог содержать без родителей, вот, и зарабатывал даже больше, чем они. Но получил травму, и все, да, на этом конец, инвалиды спорту не нужны, вы это знаете. Ну, вот. Если кто занимался спортом, можете поставить плюс, кто не занимался, можете поставить минус в чате. Вот. Естественно, вернулся в родной Тольятти. Вот. Я родился в Самарской области, город Тольятти. Наш город известен тем, что у нас производят автомобили. Они не самые лучшие, но я надеюсь, когда-нибудь они будут хорошего качества. Вот. И наш отечественный автопром будет
как говорится, звенеть на устах мировой арены. Вот. Ну, надеюсь, что когда-нибудь это случится, а может быть нет, но это не важно. А, собственно, начал заниматься чем? Работой. Работа на работе. Попробовал себя в бизнесе. Вот. Первая попытка была неудачная, вторая более-менее заработал. Уехал в Москву на первом курсе. Вот, поступил в университет в Москве, там отучился. И, в принципе, вот на втором курсе моего обучения, когда я более-менее адаптировался в Москве, мне позвонил мой близкий друг и товарищ, его зовут Алексей. Сказал: Ярослав, слушай, есть очень сейчас модная тема, она только-только вот стартовала, там, ей меньше года, называется «Фитнес для ума». Вот. Там, собственно, идея простая. Можно развиваться у практиков, у профессионалов своего дела и на этом зарабатывать деньги. Меня второй пункт зацепил, если честно. Я говорю: хорошо, вот. Ну, потому что искал для себя возможности, и где можно вот сейчас более-менее на ноги встать, там, хотя бы там 1500 рублей в месяц зарабатывать, да, ну, чтобы хорошо было. Начал искать возможности. Вот, естественно, я Алексею сказал: я тебе скину смс-кой сайт, вот, ты по нему перейди, и сегодня в 8 вечера посмотри мероприятие. Оно будет длиться час, не пропусти его. Ну, естественно, я так все и сделал. И вот как вы, все участники нашей сегодняшней встречи, перешел по ссылке V-Club, ввел свои контакты, зарегистрировался, дождался 8 вечера и оказался вот на подобном мероприятии, где выступал другой человек. Послушал информацию, понял, что, блин, это вообще идеальная модель и система, и прям то, что мне нужно, то, что у меня было в голове, ну, как-то вот я сам не мог это там реализовать. В общем, понял, что мне точно сюда, не думая вообще, в принципе, сразу я подключился в команду, да, вот начал первое время осваиваться, смотреть и так далее, и так далее. И в итоге получилось, что за год, запятая 4 месяцев, то есть почти полтора года, да, простыми словами, я приобрел себе квартиру в Москве, купил себе там автомобиль первый сам, джип более-менее там, не Ладу какую-нибудь, да, вот хороший автомобиль, собственно, путешествовал, был уже в десятках стран, получается, ну, то есть заживал прям как нужно жить, да, то есть по-настоящему стал хозяином своей жизни, потому что получил развитие очень качественное, потому что, собственно, бизнес здесь в Академии начал развивать, и, собственно, вот так получилось мое знакомство с компанией, которая называется Академия Победителей, вот. Причем очень мне нравится название, оно очень правильное, да, вот именно. Не Академия лузеров там, или не Академия наемных работников, да, Академия победителей. Это звучит как-то очень мощно. И если брать вот именно тему нашей встречи, да, вот именно как зарабатывать на своем развитии, как зарабатывать вообще в принципе на тренингах, на образовании, на обучении. Я хочу, чтобы я ничего сейчас вам не рассказывал, а вам сказал это эксперт. То есть есть такой человек, его зовут Кеничи Амая, это японец. Это человек, который номер один считается в мире по стратегическому мышлению, то есть, да, вот и развитию макроэкономики там, и всему прочему. Он консультирует там президентов стран, то есть это такая звезда топ-топ-топ уровня. И я нашел кусочек очень интересное видео, где он говорит вот именно, чем бы он занимался, да и в принципе, чем он сейчас и занимается, если честно, да, как я уже потом читал дальше, вот, собственно, если бы он решил организовать свой бизнес. Поэтому давайте внимание на экран, я покажу вам небольшой фрагмент. Если бы вы сейчас решили создать бизнес, что бы это было? Образование. Образование – наиболее многообещающая сфера деятельности в 21 веке. Вся система образования должна подвергнуться изменениям, а следовательно, вам необходимо переобучить все население Земли, которое составляет порядка 6 миллиардов человек. Традиционный подход к обучению устарел. На мой взгляд, образование станет наиболее быстро развивающейся отраслью. Плата за обучение может быть очень высокой, а учащиеся – это весь мир. Ну, вот такое короткое видео, где эксперт с большим именем даже сам говорит, да, что, собственно, дело сейчас в образовании. И вы знаете, сейчас, если брать 21 век, сейчас есть три таких направления, которые, ну, вот, самые-самые-самые топ, да, вот именно большие индустрии, где сейчас много денег. Первое – это зеленые ресурсы, да, то есть вот, уйти от нефти, там, электромобили и вот все-все-все прочее такое, да. Второе – это образование. Третье – это, там, связано с банковской системой, вот, а именно тем условием, что нам может рухнуть там, потому что есть сейчас альтернатива, называется чекпоинт, по-моему. Ну, как-то так она называется, я даже не вникал, если честно, сильно. Вот. Но сам факт того, что все хотят развиваться, все всегда развиваются, и все всегда будут учиться.
испокон веков это всегда было модно, правильно и, безусловно, развиваться, ну, мы все хотим. И именно поэтому, да, то есть вот, почему бы на этом не зарабатывать деньги, не построить на этом бизнес. И цель моего выступления – это вот показать вам прям четкий бизнес-план, да, вот абсолютно конкретно. Поэтому давайте сейчас я переключусь на слайды, которые для вас подготовил, и вот, собственно, мы по ним и пройдемся, пробежимся. Итак, видите, да, собственно, международная сеть интеллектуальных клубов. В двух словах вот, о том, для кого наше предложение, да, и вот стоит вам слушать или не стоит. Если вы соответствуете одному хотя бы критерию из двух перечисленных, то, собственно, точно стоит до конца дослушать прям внимательно меня. Первое – это для тех людей, кто хочет развиваться и постоянно совершенствуется, не знаю, там, книги читает, видео смотрит, лекции смотрит, то есть, ну, который человек не может жить без развития. Просто есть люди, которые живут без развития, есть люди, которые постоянно развиваются. Вот если вы развивающий человек, вам точно здесь быть. Второе – для тех, кто хочет запустить свой бизнес в области обучения. Причем бизнес под ключ, абсолютно автоматизированный и на базе инфобизнеса в интернете. Да? То есть эти моменты тоже буду сегодня рассказывать. Вот. Поэтому если брать вот саму концепцию, да, наше предложение, это вот, собственно, для этих людей. Двигаемся дальше. Я скажу следующий момент, что, в принципе, если брать нашу идею простыми словами, мы создали интеллектуальный фитнес. То есть мы взяли две индустрии. Первая индустрия – это образование. Образование для взрослых людей, где взяли самые-самые необходимые темы, которые вот, которому вас нигде не учили. То есть, где вас, ну, давайте так, где вас учили, в принципе, как там зарабатывать большие деньги, как строить семью, как, не знаю, быть здоровым, как там правильно питаться, как, собственно, быть душой компании, там, быть коммуникабельным, уверенным, собственно, раскрывать свои сверхспособности, свой потенциал, как стать идеальной версией самого себя, как духовно развиваться, как быть лично эффективным, как быть лидером и так далее. То есть, скорее всего, централизованно, вас никто нигде этому не учил. И эти знания все, которые я сейчас перечислил, мы, как правило, собираем их где? Первое – от родителей, второе – от окружения, собственно, которое имеет на нас влияние, и третье – из религии. Все, больше негде это брать и больше негде этому учиться. То есть, есть заточка большого образования, которое готовит кадров для работы. Но все знают, да, что там устроиться на работу, собственно… Даже говорить сейчас о стабильности, это уже смешно, да, то есть, ну, как бы, это того не стоит. Именно поэтому, вот, собственно, на базе вот этого образования есть компания, которая называется Академия Победителей, которая предлагает услугу революционного подхода к обучению, к образованию на базе фитнеса. Почему именно фитнес? Потому что сегодня в мире есть очень большая проблема и перекос. Ассоциация с образованием, с тренингами, с семинарами и с прочими вещами у большинства людей негативная. Почему? Потому что нет результата. Как это примерно происходит? Мы платим огромные деньги, 5 лет получаем образование, потом устраиваемся на работу, которая не соответствует нашему диплому и специальности, или вообще уходим в бизнес там, и занимаемся другими вещами. Это как правило, да, в большинстве случаев. Это первое. Второе. Когда мы приходим на какой-нибудь тренинг, там, семинар или мастер-класс, вроде хороший спикер, вроде хорошую информацию дают рассказывать, вроде как бы все, блин, правильно, вроде как бы все круто, но заплатили за это деньги, там, послушали этого спикера, поняли, что надо менять свою жизнь, написали наполеоновский план. Но, к сожалению, жизнь не меняется. То есть разовое посещение тренинга вообще, в принципе, ничего не дает, никаких изменений. Да? А ходить на них раз в месяц или раз в неделю, ну, тоже не сильно эффективно. И крайне-крайне мало людей, вот даже из моего окружения, которые реально посещали бы тренинги, получили бы вот прям хороший, считаемый, зримый результат в своей жизни, какие-то конкретные улучшения, изменения. Это случалось очень мало. И сейчас есть такая определенная вот тенденция, да, вот у всех взрослых людей, что, в принципе, развиваться так-то негде. Ну, потому что ничего не дает результат, и все просто читают книги. Ну, думающие люди читают книги, вот и все. И здесь активное. Почему? Потому что нет результата. Как это примерно происходит? Мы платим огромные деньги, 5 лет получаем образование, потом устраиваемся на работу, которая не соответствует нашему диплому и специальности, или вообще уходим в бизнес там, и занимаемся другими вещами. Это как правило, да, в большинстве случаев. Это первое. Второе. Когда мы приходим на какой-нибудь тренинг, там, семинар или мастер-класс, вроде хороший спикер, вроде хорошую информацию дают рассказывать, вроде как бы все, блин, правильно, вроде как бы все круто, но заплатили за это деньги, там, послушали этого спикера, поняли, что надо менять свою жизнь, написали наполеоновский план. Но, к сожалению, жизнь не меняется. То есть разовое посещение тренинга вообще, в принципе, ничего не дает, никаких изменений, да. А ходить на них раз в месяц или раз в неделю, ну, тоже не сильно эффективно. И
крайне-крайне мало людей, вот даже из моего окружения, которые реально посещали бы тренинги, получили бы вот прям хороший, считаемый, зримый результат в своей жизни, какие-то конкретные улучшения, изменения. Это случалось очень мало. И сейчас есть такая определенная вот тенденция, да, вот у всех взрослых людей, что, в принципе, развиваться так-то негде. Ну, потому что ничего не дает результат, и все просто читают книги. Ну, думающие люди читают книги, вот и все. И здесь, если брать эту историю, она, естественно, неправильная, это большой пробел общества. И если вы не знаете, 70% взрослого населения страны сегодня, да, вот именно и мира, отстают от перемен. То есть, простыми словами, сегодня есть важная прям потребность уже на мировом сегменте, это публикует ООН, да, известная организация, что нужно делать революцию в образовании, нужно что-то делать, и нужно, самое главное, создавать взрослую педагогику, потому что, ну, все привыкли как? До 20 лет доучились, а дальше, собственно, только работу, работать на работе, да, там, больше ничего не делать. Собственно, так не подходит. Поэтому, что мы делаем? Мы создали фитнес для ума. И почему фитнес? Потому что мы заметили, что сегодня фитнес-индустрия – это нетрадиционная система развития личности в физическом плане, и которая имеет супермоду, супертренд и культуру во всех странах почти нашей планеты. И, естественно, мы поняли, что там есть принципы, там есть некая идеология и вот правила, базируясь на которые фитнес-клубы могут гарантировать результат. И что мы сделали? Мы взяли эти принципы и на них наложили, собственно, интеллектуально и духовно, и эмоционально развитие человека. И, собственно, вот создали, вот, получается, интеллектуальный фитнес. И в наших интеллектуальных, вот как видите здесь, в спортклубах мы тренируем не мышцы, а мозги. Немного фактов о нашей компании, чтобы у вас было вот представление, понимание, да, вот кто мы такие. И то есть мне приятно перед вами выступать, потому что я уже 2 года в этой компании нахожусь, и я могу смело сказать, что мне очень приятно выступать, потому что я говорю не о великом будущем, не о каком-то там, не знаю, воздушном замке, который мы скоро с вами построим, да, а уже о цифрах конкретных. А какие конкретные цифры есть? 3 года компания уже на рынке мирового образования. Мирового образования, это подчеркнуто. Ученики из 52 стран. Более 30 интеллект-клубов уже за последний год, всего лишь год, открыто в 4 странах мира. Это Россия, Беларусь, Украина, Казахстан. И профессию интеллект-тренер освоили уже более 1000 человек. То есть это, ну, как бы уже новая профессия, которая осваивается людьми, которые очень высокооплачиваемые, и люди, ну, как бы, ну, в этой индустрии зарабатывают деньги. Появилась индустрия фитнеса, появилась профессия фитнес-тренер. Появилась индустрия фитнес для ума, появились интеллект-тренеры. Да, все очень просто. В чем уникальность нашей обучающей системы? Тоже коротко по существу. Давайте пойдем справа налево. Первое. У каждого клиента нашей компании, как и в фитнес-клубах, есть персональный интеллект-тренер. Это человек, который компетентен в системе обучения, составляет под вас, под ваши потребности индивидуальную программу ежедневную и, собственно, является вашим неким куратором, чтобы ваше развитие проходило эффективно. И более того, то есть, в принципе, если вам повезет, ваш интеллект-тренер будет там специалист в каком-то, может быть, узком направлении и вас еще сможет этому обучить. И этот человек, этот интеллект-тренер, он замотивирован и заинтересован напрямую во всех смыслах этого слова, чтобы все его ученики достигали успеха в Академии Победителей, да, за счет системы этого обучения. Потому что чем он круче, как интеллект-тренер, чем успешнее его ученики, тем, собственно, как бы он там более популярен, к нему стремятся все попасть, да, простыми словами. Второе. Развивающая среда и окружение. Да, вот этот блок. Потому что мы заметили, у нас обучается очень много действующих миллионеров. Недавно смотрели, получается, итоги всех учеников, да, и резюме. У нас самый богатый ученик, он живет в Латвии, вот, собственно, не буду говорить именно точно где. Его зовут, неважно как, потому что он просил мне сильно это афишировать. В общем, самый богатый ученик нашей компании – это состояние $500 миллиардов. Он сидит на импорте рыбы, там, на мировом масштабе. Долларовых, там, и евровых миллионеров просто полным-полно. Карьеристов, амбициозных просто людей тоже, ну, очень много. Студентов и людей, кто встал только на путь, тоже полным-полно. Ну, то есть людей, которые, в общем, знаете, такая собралась интеллектуальная элита, да, вот русскодумающих, русскоговорящих людей, которые вот обучаются в нашей компании. И что очень важно, вы получите доступ в это сообщество, с этими людьми вы сможете реально взаимодействовать. У вас еще, более того, будут проходить регулярные выездные сборы, которые мы организовываем, да, и, естественно, взаимодействие через скайп, через вот интеллектуальные тренировки, о которых я расскажу впереди. Дальше идем, 3-й пункт. Регулярность. Здесь тоже все очень просто, потому что мы против подхода насилия мозга. Это когда, знаете, вот приходишь на разный тренинг,
8 часов или 6 часов тебя там прям прокачивают, да, и ты понимаешь, что ну, ты утомлен, у тебя вообще сил нет и так далее. Наш подход другой вообще, противоположный. Как спортсмен тренируется? Час максимум в день, но каждый день. Вот наш подход такой же. Чтобы вы тренировались каждый день, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом, да, там, десятилетие за десятилетием, и постоянно себя совершенствовали, постоянно себя улучшали, потому что вместе с вами совершенствуются, улучшаются наши компании, методологии, появляются новые образовательные направления там, и так далее, об этом тоже буду впереди говорить. Поэтому, собственно, наш принцип обучения – это чтобы люди имели вот именно регулярность и знали, что там 5 раз в неделю у них проходят интеллектуальные тренировки, график и время адаптируются под вас, и, собственно, это требует там, ну, максимум час в день, максимум. В среднем 30 минут даже в день, да, то есть, ну, собственно, но каждый день надо будет заниматься. Четвертое, пошагово обучающая система. Здесь тоже все очень просто, потому что под вас пишется прям программа, и мне нравится, потому что, когда я пришел в компанию, что вот меня мой наставник спросил, да, Ярослав, ты зачем пришел учиться? Я ему сказал, ну, вот у меня вот этот вот в жизни есть вопрос, вот это вот хочу... И вот этому научиться, да, вот 3-4 момента я обозначил. И спустя там несколько часов наставник мне отправил, собственно, эту программу, да, вот мой интеллект-тренер, где прям программа заточена под меня, да, вот там нужны мне материалы, да, то есть и она опирается чисто на методологию Академии Победителей, о ней тоже буду впереди говорить. И у вас будет прям индивидуальная, пошаговая, по дням расписанная система, день один, раз, два, три выполнить, день два, раз, два, три сделать, день три, раз, два, три, четыре сделать и так далее. И это прям круто. То есть такое появляется даже, знаете, немножко драйв какой-то, да, вот именно в обучении, и оно становится интересным. И самое приятное, ты наблюдаешь, как реально ты меняешь и получаешь результат буквально там через несколько дней в своей жизни от обучения в Академии Победителей. И последнее – это сила личности основателя. Основатель нашей компании – это мультимиллионер, довольно-таки очень известный человек. Он запустил более 30 успешных компаний, написал 16 книг, предприниматель просто легендарный и блестящий. Собственно, он является отцом франчайзинга в России. Первый, кто франчайзинг вообще, в принципе, организовал и сделал в России на таком уровне страны. Вот. Там больше такой производственник. Вот. Ну, в разных бизнесах, в рекламном, в разных бизнесах был. Черный пояс по карате, третий дан. Вот. Семья прекрасная, любящая жена, 3 детей. У него всю его жизнь было одно хобби – это собирать знания, самые современные, в области раскрытия потенциала человека. То есть вот Запад, Восток, вот все, что связано с совершенствованием мозга, ума, тела, там, духа, характера, вот, навыков личности, всего-всего. Последние 25 лет он собирает это активно по всему миру, потому что у него это хобби. И самое удивительное, что 3 раза разорялся, и после каждого разорения становился еще более богатым, чем был до разорения. И как сам признается, это помогло ему чисто вот знания, которые он собирал по миру. Его зовут Владимир Довгань. Вот его регалии можете прочитать здесь, возможно, вы его знаете, возможно, нет, но это не важно. То есть то, что тут перечислено, это уже достойно очень большого уважения к этому человеку. И почему это большой плюс нашей компании? Потому что одно дело, когда компанию организовывает какой-нибудь Василий Пупкин, который вот там стартапер и так далее. И совсем другое дело, когда подходит к этому делу человек с огромным багажом опыта, сам преподает еще, да, при этом, да, то есть, ну, естественно, приглашает экспертов, узких специалистов в разных темах. И, естественно, является неким локомотивом развития этой компании. И, поверьте мне, когда человек там не раз зарабатывал сотни миллионов долларов, то есть данную компанию, естественно, он тоже сможет довести до огромных результатов, и, естественно, в этом мы ему поможем. Вот. Поэтому такой интересный момент. Расскажу еще буквально короткую историю, как появилась Академия. Дело в том, что Владимир Довгань всегда очень, его тянуло в педагогику, его тянуло именно в обучение, да, вот там с ранних лет. И когда даже он собирал знания и возвращался там, не знаю, с разных стран, Япония, Тибет, Америка, там, Европа и так далее, он всегда собирал свой коллектив, свой стаф и давал им знания, чтобы они были эффективнее, сильнее, лучше, конкурентоспособнее. Но потом он решил организовать такой эксперимент педагогический на всю страну. Когда ему было всего лишь 32 года, он уже был миллионером. Он объявил конкурс в России о том, что готов взять 116 парней, 116 школьников, которые закончили 11 класс, которые из малоимущей семьи и которые имеют большую свою мечту и цель в жизни. Вот. Ну, естественно, сказал, что я оплачу вам образование,
Я плачу вам проживание, питание, стипендии, транспортные расходы. И еще сам буду два раза в месяц с вами заниматься и передавать вам свои знания. Всего лишь два раза в месяц. Собственно, что случилось? Прошло 5 лет, они получили образование. Прошло еще 10 лет, и в результате 80 человек из 116 ребят имели статус долларовый миллионер и выше. Некоторые из них даже там сейчас очень влиятельные люди там в политике, ну и так далее. И Владимир Довганя это очень впечатлило. Вот. Он понял, что система работает, он очень глубоко, детально ее разбирал, и вот, что стало главной причиной, да, вот того, что это сработало. И там все, там и условия, и окружение, и вот, собственно, там находиться в окружении там богатых, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть все это проанализировал, и именно на базе этой системы он создал Академию Победителей, чтобы здесь выращивать реально там успешных, реализованных, счастливых людей, которые будут абсолютно осознанными и будут жить именно, ну, то есть счастливой жизнью, да, богатой. Богатой интеллектуально, духовно и материально. И вот, собственно, и так появилась идея Академии Победителей, да, ну, небольшая предыстория. Двигаемся дальше. Чему мы будем вас учить? Теперь переходим прям в конкретику и конкретику. Сейчас расскажу, чему учим, и потом расскажу, как учим. Да, чтобы у вас было понимание, здесь, пожалуйста, себе зафиксируйте, запишите. 8 направлений, которые вы будете осваивать чуть ли вот прям не по пошаговым инструкциям, да, вот пособиям, которые вы будете получать. Первое – это мышление успешного человека. Здесь совокупно все там. Работа с подсознанием, наука ТРИС, совершенствование ума, получается, осознанность, как использовать ночь, потому что мозг не спит, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть там прям много-много разных вещей и правильных привычек, которые используют сегодня миллиардеры, там, миллионеры, да, то есть вот все-все-все, что самое, какие открытия в мире есть, Владимир Довганя вот по мышлению, по совершенствованию ума собрал абсолютно все и ссылал это в Академии Победителей. Это все есть. Второе, личная эффективность. Вот здесь, да, это именно такой элемент, как тайм-менеджмент, естественно, как использовать свои ресурсы, энергию, время, эмоции, силы и так далее. То есть как быть эффективным и успевать делать все подряд и при этом не уставать. Третье, лидерство. Как элемент больше командообразования, потому что успех в одиночку никогда не достигается. И успех тем слаще, чем с большим числом людей ты его разделяешь. И, конечно же, здесь, вот, собственно, это тоже важный момент, и это будете вы здесь все осваивать. Четвертое – деньги, финансовая грамотность. Все, что связано с темой, почему зарабатывать большие деньги проще, чем маленькие, как зарабатывать большие деньги, как нужно думать, какое должно быть отношение к деньгам, какие законы денег. Ну, то есть вот все, что связано с деньгами, да, потому что живем в материальном мире, и уж кому, как не там мультимиллионерам, нас этому обучать, а не каким-то там людям, которые даже там $1000 в руках не держали. Пятое – духовное развитие. Здесь именно человеческие ценности и вот развитие вашей личности в духовном плане. Шестое – взаимоотношения с людьми. Простыми словами скажу, вот лично что я здесь извлек очень сильно. Как быть душой компании и так, чтобы, вы знаете, ты умел дружить со всеми и умел себя так преподносить, да, и вот держать некий свой статус во всех отношениях и команде, да, и там в любом окружении, чтобы тебя двигали вперед. Потому что вы знаете, да, что тот, кто умеет дружить с людьми, того всегда двигают вперед, да, там по связям, по всему. И вот это вот такая тонкая вещь, крайне жизненная, крайне применимая вообще, вот я это использовал очень много раз, собственно, которая реально очень сильно работает, и здесь вот прям много хитростей и разных фишек, которые есть. Ну и, в принципе, чувствовать людей и считывать информацию с них, это тоже, конечно же, ну, с месяцами, да, вот вы научитесь, с годами. Седьмое, ораторское искусство, коммуникабельность, вот об этом скажу отдельно еще впереди. И последнее, великий помнит великих. Это классная вещь, потому что раз в месяц еще мы берем одного великого человека и на базе его философии, принципов жизни и успеха разбираем его по полочкам на атомы и делаем вывод, чему я у него учусь и что в своей жизни буду применять. Либо ничего не буду применять, либо он мне бесполезен там, да, и так далее. И вот, собственно, вот эти 8 направлений вы будете осваивать, изучать в нашей команде, в нашей системе Академии Победителей. Теперь как это будет происходить? Это самое крутое, прям вообще самое крутое. Это продукт компании, это личный кабинет с тренировками навыков вашей личности. Простыми словами, 4 элемента системы обучения. Элемент первый, записывайте. 2 раза в неделю вы будете встречаться с мультимиллионером. 2 раза в неделю, это будет среда и воскресенье. Среда 19:00 по Москве, воскресенье 12:00 по Москве. 4 из 4 занятий, то есть давайте так скажу.
75% всех занятий проводит лично Владимир Довгин. То есть лично его темы, авторские методики, то есть есть конкретная тема, и за 40 минут где-то там в среднем он прям сухо, по делу, конкретно, тезисно все рассказывает. Что делать, как делать и так далее, и так далее, и так далее. То есть после каждой школы есть прям четкое понимание, что мне делать, да, то есть это самое, мне больше чего все нравится. Вот. А вторая часть – это вопросы учеников, которые вы тоже сможете задать и, естественно, получить ответы. Это 75%, да, из всех занятий. 25%, 1/4 всех занятий, которые два раза в неделю проходят, проводят, как правило, эксперты, которых приглашают, ну, такие, как, допустим, Игорь Львович Якименко, потому что он там номер один финансист в России. Допустим, там Татьяна Тарасова, дочка легендарного хоккейного тренера, и которая тренирует сборную по фигурному катанию. Тоже она преподает тему вот, педагогики, да, то есть тренерство, наставничество. Допустим, Дмитрий Чернышов, «Как люди думают», это прямо его тема, у него даже книга хорошая по этой теме есть. Кто еще? А, «Воспитание детей», Шалдай Александр Чаманашвили. Ну, это просто тут, он номер один в мире, я считаю, сейчас по этой теме. Ну и так далее, да. То есть его два раза в неделю, вы просто знаете, что по одному часу в среду и воскресенье проходят ваши интеллектуальные тренировки с мультимиллионером, либо узким специалистом по своей теме, да, либо с ведущим интеллект-тренером нашей компании. То есть и так два раза в неделю вы перенимаете знания. Это прям очень круто и ну, сильно не напрягает. Второй элемент, то, что у вас будет. Кстати, да, если пропустили занятие, вот этого, да, вот где-то два раза в неделю, у вас там в личном кабинете в отдельной вкладке будет записи, в видеоформате и в аудиоверсии, которую можно скачать. Это тоже очень классно работает. Дальше идем. Одно аудиообращение, собственно, каждый день с полезным советом от Владимира Довгиня вы будете получать в разделе «Утренняя мотивация». То есть каждый день на протяжении месяца 30 дней в году, 30 дней в месяце, 365 дней в году, да, прошу прощения, собственно, вы получаете, каждое утро проснулись, зашли в кабинет, включили 2-3-минутное обращение, оно там, ну, как правило, до 3 минут длится, и послушали мотивацию на сегодняшний день от мультимиллионера и один полезный совет или там привычку, или работу с мышлением, или там с осознанностью, с эмоциями, с чувствами, словами, с мыслями там, и так далее, и так далее. То есть конкретную узкую рекомендацию сегодня вам нужно сделать, чтобы вы стали лучше, чем вы были вчера. Это прям круто работает. Дальше идем. Третий элемент обучающей системы – это база знаний. Да, вот видите здесь. Это топ-20 лучших занятий за последние 2 года, и у вас к ним доступ идет круглосуточно. И 80 упражнений, которые Владимир Довгин авторские методики туда, собственно, добавил. И то, что он привез с Запада и с Востока. Да, вот. Все самое крутое, современное, что есть в области раскрытия вашего потенциала, находится там, да, собственно, в этом блоке. И тоже к нему у вас будет доступ. И четвертое – тренировка по ораторскому искусству в скайпе с тренером. Помните вот этот 7-й пункт обучения, да, вот, о котором я рассказывал здесь вот? Ораторское искусство. Этому вас научить ну, невозможно. Вы либо это практикуете правильно, либо не практикуете. Так вот, 20 минут в день у вас будет забирать с интеллект-тренером по ораторскому искусству, который он проводит группами, в составе там 5-6 человек. И, собственно, у вас это будет проходить регулярно 3-5 раз в неделю. Круто работает прям. То есть, там нужно тоже быть, просто рекомендую. Вот, поэтому, если подвести итог, у нас идет комплексное развитие личности. И если раньше вы ходили на отдельные тренинги там, по уверенности, по ораторскому искусству, там, по отношению к лидерству, по бизнесу там, и прочему, сейчас вы экономите свое время и свои деньги, да, то есть не тратите туда и сюда свои ресурсы, а все в одном месте, системно, по принципам фитнеса вы получаете. Вот. А теперь хочу сделать следующее. Я хочу показать вам один видеоролик, который прям хорошо очень отражает саму суть нашей идеи и продукта. И после этого мы уже перейдем в бизнес. Потому что, ну, как бы, любой бизнес – это что? Это какую ценность мы несем миру? Вот в вашем случае у вас будет продукт, и позиционирование и идея под ключ в идее нашей компании. И как на ней зарабатывать деньги, я расскажу впереди. А сейчас давайте посмотрим минутный ролик, который прям хорошо отражает, собственно, нашу идею. Огромное количество людей живет серой, скучной жизнью просто потому, что им с детства в мозг установили низкопробную, лузерскую операционную систему, которая постоянно глючит. Носителями такой операционки могут быть честные и порядочные люди, которые работают по 15 часов в сутки, но они априори обречены на неудачи. Им никогда не добиться успеха. Как бы они ни старались, невозможно на запорожце угнаться за Феррари.
Ведь секрет всех богатых, счастливых людей состоит в том, что они мыслят и живут иначе. И если ты хочешь чего-то добиться в своей жизни, то скорее отформатируй свой жесткий диск и установи себе новую качественную операционку, как у успешных людей. Стань победителем всегда и во всем. Записывайся в интеллектуальный спортивный клуб Академии Победителей. Прокачай свой мозг. Пересядь с запорожца на Феррари. Отличное видео, мне оно очень нравится, потому что прям такое динамичное и ярко отражает вот суть того, что мы вам предлагаем. Отформатировать свое мышление и вообще себя как человека, чтобы жить другой жизнью, чтобы жить более счастливо, здорово, успешно, реализованно и так далее, и так далее. То есть, ну, стать по-настоящему хозяином своей жизни. Итак, давайте попрошу следующее. Попрошу наших уважаемых учеников компании, кто уже обучается в Академии Победителей, дать обратную связь, вот, собственно, что вы получили, обучаясь в Академии Победителей, какой результат, да, собственно, вот, дало вам обучение в вашей жизни. Пожалуйста, напишите это в комментариях, вот, собственно, чтобы наши гости тоже это увидели. Вот. К сожалению, гости комментировать не могут, но, собственно, действующие ученики компании уже могут, конечно же, из присутствующих. Вот. А я пока покажу, собственно, дальше слайды, вот, чтобы вы... То, что я говорю, вот, видели еще на экране, вот, и, собственно, ну, как бы не терялись, получается, в последовательности мыслей, которые я доношу. Итак, собственно, теперь расскажу про роли, в которых можно находиться в нашей компании относительно нашей идеи и продукта. Роль первая, а их всего три, это студент. То есть это человек, который говорит: ребят, я имею там бизнес, у меня там есть карьера, у меня там есть там то-то, то-то. То есть у меня есть дело, которое я очень люблю. И я вот давно искал для себя инструмент, некую вот какую-то волшебную палочку, которая помогла бы мне быть там более успешным, более реализованным и конкурентоспособным. Если у вас, собственно, такая позиция, вам точно к нам, потому что я знаю сотни, наверное, уже примеров, лично даже знаю сотни примеров, когда люди приходят там, банковские сотрудники, предприниматели, там, даже сетевой маркетинг к нам приходит, ну, то есть чего-то к нам не приходит, в общем. И эти люди получают там удвоение, утроение своего результата, да, там, в своей деятельности. И это происходит очень быстро, буквально за там месяцы обучения в компании. Почему? Потому что человек попал, встал на путь и каждый день что-то новое узнает, каждый день совершенствуется. И как следствие, конечно же, меняется его жизнь, потому что меняется его мышление и его отношение и мироощущение. Вторая роль – это, конечно же, освоить новую профессию, интеллект-тренер. Это, как и фитнес-инструктор, то же самое, только в отношении нашей индустрии. Вот. Я скажу очень просто. Как зарабатывают фитнес-тренеры, фитнес-инструкторы? Чем больше у тебя там личников, да, вот, людей, с кем ты лично занимаешься, тем как бы выше твой доход. То есть, ну, как некая партнерская программа там, да, такая у них есть. В нашем случае то же самое. Чем больше вы курируете людей, собственно, тем больше вы денег зарабатываете. Конкретно по цифрам пойдемся немножко попозже. Вот. И третья роль называется франчайзи. Это человек, который хочет стать партнером компании и развивать, собственно, данную идею либо онлайн только, да, то есть, либо даже открыть свой клуб в своем городе, да, то есть под ключ. И, собственно, на этом, естественно, зарабатывать очень хорошие, очень большие деньги. У нас таких людей сегодня уже там тысячу измеряется, людей, кто зарабатывает здесь и, ну, преуспевает. Вот, поэтому вот такие роли. Сейчас я, знаете, что хотел бы вам еще показать, вот, чтобы у вас было четкое представление и наглядное понимание, как будет происходить ваша жизнь, когда вы вступите в Академию Победителей. И, возможно, вы, посмотрев это видео, оно тоже длится одну минуточку всего лишь, поймете, что да, это действительно про меня, и вот, вот что я получу, собственно, когда случится нечто. Давайте посмотрим, очень хорошее видео, это трейлер к фильму, для справки. Видите того парня? Это я. Почему я так выгляжу? Я писатель. Эдди, может, пора с этим завязывать? Но если вы думаете, что со мной никогда ничего не происходит... Эдди Мора! Привет! Расскажи мне про книгу, сколько ты уже написал? Ни единого слова. Пожалуй, я... Типичная жизнь обычных людей. Говорят, что наш мозг якобы работает всего на 20%. Точнее, он заработает на полную. Она проходит клинические испытания у спецслужб. Но ради любопытства и все. Я был слеп, но теперь прозрел. Одна таблетка в день и никаких границ.
У меня появились культурные потребности. С каких пор ты говоришь по-итальянски? Я написал книгу за 4 дня. Я хотел бы пересмотреть мой аванс. Даже математика пригодилась. 12 тысяч и 2 миллиона 300 за 10 дней. Он меня поражает. Итак, ты Эдди Мора. Знаешь, это нечто. В чем твой секрет? В таблетках. Твой дар от Бога или кто там написал сценарий твоей жизни. Я открою тебе кредит. Тебе нужны игрушки. Мало кто знает, каково это. Стать идеальной версией самого себя. Какая цена? 12,5. Беру. Вот так вот меняется жизнь людей. Да, то есть, видите, неудача за неудачей, там, проблемы за проблемами, долги, кредиты, там, в отношениях фигня. Но когда человек начинает прям страстно, ну, то есть, что случается, и он начинает реально раскрывать свой потенциал, живет просто, ну, то есть, как бог там, да, простыми словами. То есть, максимально хозяин своей жизни. Вот именно этот результат вы получите, обучаясь в нашей компании. А теперь я хочу задать вам очень важный вопрос. Вопрос следующий. Хотите ли вы, чтобы ваше развитие личности приносило вам постоянный доход? Потому что сейчас я хочу уже перейти вот в последнюю тему нашего разговора, перейти прям конкретно в бизнес, в конкретные цифры. Прошу вас тоже быть внимательными, да, потому что вы сейчас узнали очень много важной информации, ее нужно отложить и не забыть, потому что она очень важна, и на ней строится вообще, в принципе, бизнес, потому что бизнес на воздухе, ну, нельзя построить. Вот, собственно. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваше развитие личности и ваше обучение в Академии Победителей приносило вам постоянный доход и постоянную прибыль, то, собственно, слушайте дальше внимательно. Вопрос, который я хочу вам задать, и который вам никто и никогда не задавал. Вопрос следующий. Какой бы могла быть ваша жизнь, если бы у вас была сумма денег, о которой вы мечтаете, и достаточно свободного времени, чтобы реализовать все ваши мечты? Повторю еще раз. Какой могла бы стать ваша жизнь, если бы у вас была сумма денег, о которой вы мечтаете, и достаточно свободного времени, чтобы реализовать все ваши мечты? Давайте просто представим, да, вот вы бы, наверное, жили не в прежнем доме, вы бы, наверное, водили не прежний автомобиль, вы бы, скорее всего, чаще отдыхали, вы бы, скорее всего, не имели бы долгов и там кредитов и прочего, ипотек и всего-всего, вы бы помогали своей семье и своим друзьям, и это только базовые, минимальные потребности, да, которые у вас есть, которые являются вашими целями и мечтами, и все это ваши мечты. И вопрос самый главный, теперь вот следующий, и сейчас. Сможете ли вы их осуществить хотя бы в теории, занимаясь тем, чем вы занимаетесь сейчас, ну, там, последний год, например, да, там, видом деятельности вашим, хотя бы в теории реально реализовать вот эти картинки, которые у вас были в голове, и хотя бы к ним как-то приблизиться? К сожалению, в большинстве случаев у людей ответ нет, если так быть очень объективным, да, вот, и честно, справедливо самому себе ответить на этот вопрос. И когда ты понимаешь, что жизнь идет, время идет, я каждое утро просыпаюсь, я иду на работу или там занимаюсь какими-то делами, там что-то делаю, но ни на шаг не приближаюсь к тому, чего я по-настоящему хочу. Блин, вы когда, собственно, люди становятся старше, да, вот кто знает, и там при смерти уже находится, главное самое, о чем люди сожалеют, все, 90% людей, которые попадают в хоспис, это то, что они прожили не свою жизнь. И как-то вот жили, ну, то есть, не следуют своим мечтам и чего они по-настоящему хотят. Это самое грустное, что только может быть, да, вот. Ну, и смысл жизни теряется вообще абсолютно. Именно поэтому я хочу предложить вам бизнес-план Академии Победителей, где вы получаете под ключ, вот, собственно, все необходимое, чтобы реально зарабатывать, вот, собственно, очень-очень хорошие и приличные деньги. Вот, собственно, если брать по бизнесу, вот, о котором идет речь, продукт под ключ, позиционирование под ключ и продвижение под ключ, то есть всему обучаем. Это командная работа, это командный бизнес, и, естественно, вы будете в команде, да, находиться. Хочу сказать пару преимуществ нашего именно онлайн-бизнеса в Академии Победителей. Их 7, как вы видите, да? То есть первое – это качественный востребованный продукт. Это система, это софт, учиться можно там даже с телефона, с гаджетов, с компьютера, с любого устройства, где есть интернет. Учиться можно в Академии Победителей именно по той системе, которую я рассказывал вам в первой части. Небольшой стартовый капитал вашего бизнеса, цифры вы посмотрите.
неограниченный доход и высокая прибыльность, естественно, да, потому что не имеет там себестоимости, складов, таможни, там, и так далее, логистики и так далее. То есть издержек их, в принципе, ну, очень мало. Их нет, в принципе, да. Свобода местонахождения. Из любой точки планеты можно заниматься бизнесом, где вы ни находились, даже там в селе, на острове. У меня был такой опыт, я в 15 году целый месяц, весь март, с конца февраля по конец марта, жил на острове в Таиланде. Снял себе виллу с бассейном, там, ну и вот, собственно, там прям кайфовал. 2 часа выделял на бизнес, остальное время отдыхал. Мой бизнес рос. Да, вот, собственно, так это работает. Свобода выбора, это тоже очень важный момент. Экономия времени, да, вот, собственно, потому что вам не нужно будет просыпаться рано утром, идти на работу, слушать там начальника, в зависимости от его настроения получать от него бамбули или там похвалу и так далее, и так далее. То есть, ну, как бы вы свободный человек, это самое главное. И последнее, отсутствие издержек. То есть у вас не будет вот этих вот мелочей, которые, ну, собственно, в бизнесе воруют прибыль. Этого здесь нету, это все учтено. Вот. И я хочу вам рассказать именно о технологиях, которые мы еще используем. И как вы видите, написано VA Club плюс VA Marketing. То есть у нас сегодня система онлайн-бизнеса, она очень сильно точна. И мы находимся в тренде абсолютно всех существующих, ну, как правило, американских технологий бизнеса, вот, которые мы, естественно, тщательно реализовываем, стараемся и все сделаем. Расскажу про вот эти два слова. VA Club – это та система, в которой находитесь вы. То есть это бесплатный инструмент построения бизнеса, который не требует вообще инвестиций, где вы за 3 клика создаете свой сайт, собственно, правильно этот сайт продвигаете, как это делать, мы вас научим бесплатно, абсолютно тоже, да, то есть там и так далее. Люди приходят на ваш сайт, смотрят презентацию Академии Победителей, подобную этой, и принимают решение, да или нет. То есть вы вообще ничего не делали, вы простыми словами сделали одно действие. Собственно, пригласили людей, да, то есть кто-то будет вашим партнером, кто-то будет учеником, кто-то станет интеллект-тренером, кто-то вообще скажет, нет, это не мое. Ну и вообще, как бы, ну и ладно, да. То есть, и, собственно, вы с этими людьми начинаете взаимодействовать. И за каждого клиента вы зарабатываете деньги. Деньги очень хорошие. Какие, сейчас расскажу впереди. А вторая технология, VA Marketing, это вообще пушка. Потому что, знаете, да, вот сейчас популярные курсы по инфобизнесу, мне они очень сильно улыбают все там, ну, самое разное, как они примерно учат. Заплатил $1000, тебе сказали, выбери нишу, создай свой сайт, вот так вот он делается, лендинг-пейдж, собственно, создай административную, юридическую часть, найми редакторов, копирайтеров, программистов там и так далее, и так далее. Создай трафик, организуй рекламную кампанию там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот я так скажу вам, что в принципе я не знаю ни одного человека, который вот так реально бы все это дело организовал. То есть там 1 из 1000, это все, ну как бы, у него это дело получается. Что сделали мы? Что мы вам предлагаем? Мы это все дело уже создали. Вы просто можете у нас покупать заявки. То есть у нас, грубо говоря, есть команда рекламщиков, там, да, профессиональных маркетологов. Она там каждый день гонит трафик. Одна заявка стоит в среднем 400-500 рублей. Одна заявка. Это заинтересованный уже человек в Академии Победителей, который оставил свои контакты и хочет получить информацию. Вы просто, собственно, его получаете, с ним связались, собственно, и его подключили в команду. Все. Это технология VA Marketing, то есть, ну, Winners Academy Marketing. Поэтому, то есть, мы придерживаемся самых-самых передовых моментов, которые сейчас есть только вот в интернет-бизнесе, и бизнес в Академии Победителей – супер приятная история. То есть, не выходя из дома, не напрягаясь, не там разрывая свои соцсети там и свой телефон, вы будете строить бизнес просто вот в образовании, делать его красиво, делать его современно, делать его по канонам всем, вот всех существующих инструментов, которые есть только реализованы в мире. Теперь давайте сделаем так. Я сейчас перейду в цифры, вот, перейду уже в цифры, но перед тем, как я перейду в цифры, я хочу сделать вам приглашение. Я хочу всех вас, всех участников нашей сегодняшней встречи, пригласить поехать вместе с нами в Дубай. Дело в том, что мы 2 раза в год всегда летаем отдыхать. Последние, ну, 2 раза в год – это самый минимум, когда командами, а еще где-то раза 4-5 в год, итого 7 раз в год, ну, летаем отдыхать. 2 раза с командой. Последний раз мы летали в Барселону и Лазурный берег Франции, то есть там Монако, Канны, Монте-Карло, Сан-Тропе, Ницца и так далее. В этот раз в ноябре, в начале ноября, мы летим в Дубай. Хочу показать вам небольшой видеоролик с приглашением. И потом уже перейду в цифры, чтобы сразу сказать вам, что нужно сделать, да, чтобы, грубо говоря, себе заработать на Дубай, да, там легко абсолютно. Внимание на экран.
Еще полвека назад ничем не приметный город посреди пустыни сегодня превратился в настоящую жемчужину арабского мира. Дубай считается одним из богатейших городов мира, ведущим туристическим, торговым, финансовым и транспортным пунктом на планете. Своим гостям Эмираты готовы предложить самые неожиданные и самые интересные впечатления. Горнолыжный комплекс посреди вечного лета. Огромный океанариум с десятками тысяч морских животных. Выставки и фестивали мирового значения. Лучший шоппинг и возможность купить золотой слиток на настоящих восточных рынках. А также незабываемые эмоции от рукотворных островов и головокружительных небоскребов. Все это ты сможешь увидеть со 2 по 9 ноября 2016 года во время грандиозного путешествия по Объединенным Арабским Эмиратам вместе с лучшими интеллект-тренерами Winners Academy. Но главной жемчужиной нашего путешествия станет возможность оказаться в окружении самых успешных интеллект-тренеров Winners Academy со всего мира. Бесценные знания и школы от самых результативных партнеров и руководства Winners Academy. Торопись забронировать себе место в команде покорителей Дубай. Ну, вот такой тоже очень хороший, динамичный, интересный ролик. Вот, собственно, приглашаю всех поехать с нами в Дубай, и теперь расскажу, что для этого нужно сделать. Цифры показываю на экране, внимательно записывайте. Возможно, вы сейчас думаете, что сейчас, ну все знают, да, образование – это очень дорого. Образование – это, ну, то есть, хорошее образование стоит, ну, где-то там порядка 10 тысяч долларов в среднем, это в год, да, то есть такое более-менее. Есть образование за 100 тысяч долларов в год, есть там дороже, ну и так далее. То есть мы не идем по радикальному пути, и наше образование супер дешевое. Я даже вам так скажу, что, в принципе, обучение в нашей компании будет вам стоить там пару сотен рублей в день. Вот такие у нас, собственно, расценки и доходы, которые вы будете получать. А давайте расскажу вот по поводу, кстати, интеллект-тренера, да, сразу. У нас есть три варианта обучения, три абонемента на год, на 3 месяца и на месяц. Годовой абонемент стоит 95 960 рублей, и туда же входит бизнес. Вот все, что связано с бизнесом, все, что я рассказывал вам, показывал, туда входит в эту стоимость абонемента. То есть вам ничего доплачивать не нужно абсолютно. Три месяца стоит 29 960, то же самое, и месяц 11 960. Собственно, когда вы оплатили любой себе финансово комфортный абонемент, собственно, и начали заниматься бизнесом вместе с нами, вы за каждого клиента, приглашенного человека, зарабатываете деньги сразу. Деньги выплачиваются мгновенно, а на следующий день вы можете их уже снять, да, собственно, со своего кабинета. И деньги, кстати, выводятся прям очень круто, это вот удобно. То есть, как физлицо на банковскую карту сразу, без комиссии там, да, и без удерживающих моментов. Второе, это получается, деньги можно вывести на электронные кошельки, вот, либо даже на юридическое лицо, то есть как вам удобно, да. Вот. По поводу доходов, видите, да, что если вы пригласили человека на годовой абонемент, 20% вам оплачивается, 19 200 рублей сразу за одну сделку. 3 месяца 10 800 рублей, процент повыше, 1 месяц почти половина, 5 600, процент вообще, ну там, почти 50%, да. То есть и простыми словами, чтобы учиться бесплатно в Академии Победителей, там, не нужно думать, что нужно будет каждый месяц вам оплачивать эту сумму. Нет, вы оплатили один раз, пригласили 4 человека, это, ну так, запасом беру, чтобы свои деньги отбить, и чтобы у вас осталась сумма на то, чтобы там не из своих денег уже продлить обучение. Всего лишь 4 человека за месяц, это вообще смешно. Вот. Но это что касается доходов такого именно личного и линейного. Но доход линейный никогда не сделает вас богатым и финансово свободным, потому что здесь, ну, как бы, в чем главный минус этого дохода? Да? В том, что пока вы приглашаете, вы зарабатываете. Так неинтересно. Неинтересно заключить разовые сделки. Хочется заключить одну сделку так, чтобы всегда зарабатывать деньги с нее. Да, вот это более правильный такой подход. Есть такое понятие, как резидуальный доход, пассивный доход. И, собственно, он у нас выражается уже с людей, которых пригласили не лично вы, а которых пригласили другие люди. То есть, простыми словами, педагогическая цепочка. Потому что, допустим, если я пригласил своего друга Ивана, и он купил, допустим, годовой, я получил 19 200 рублей. А если Иван пригласил, не знаю, Марию, Иван за Марию получил 19 200 рублей, а я за Марию получу 9 600. То есть это как бы, ну, уже такая в два раза меньше, но хорошая сумма, да? Вот. За 3 месяца я получу 2 400, за месяц 800 рублей.
Все очень просто, да? И давайте посмотрим, как это выглядит, вот эта модель, какие деньги вообще люди зарабатывают здесь. Я скажу вам так, что у нас уже есть сотни партнеров, которые имеют сотни людей в командах. Есть кто имеет тысячи, есть кто имеет там еще больше, ну и так далее, и так далее. То есть я могу так сказать, что в принципе, имея даже команду там 42 человека, минимально, самое грустное, сколько вы будете зарабатывать, да, вот 6 личных, и они позвали все по 6. Вы будете зарабатывать там чуть больше 60 тысяч рублей каждый месяц. А если все эти люди купят 3 месяца абонемента, то вы заработаете 150 тысяч рублей в месяц. То есть, да, то есть, ну, как бы это уже другая немножко сумма. Когда у вас будет команда хотя бы человек там 200, да, вот, собственно, у вас уже доходы будут измеряться, ну, там, 500 000, да, можно зарабатывать. Ну, и так далее, и так далее. То есть, цифры реально здесь очень большие, вот эту прогрессию я хочу, чтобы вы ее увидели. И мы выращиваем не продавцов, то есть, и вам не нужно продавать. Вы позвали 6, там, 5 человек, и все, вы с ними занимаетесь, да, то есть, если вы знаете, что они с вами в бизнесе, собственно, вы никого больше не зовете, да, то есть, с ними работаете. Можно позвать, там, 7-го, 10-го, 100-го, сколько хотите, да. То есть у вас, естественно, будут там, не знаю, позвали 10 человек, из них там будет, допустим, 5 просто клиентов, 2 интеллект-тренера, а там 3 будут с вами партнеры в бизнесе. Вот. Естественно, вы считаете, что у меня 3 есть, нужно еще найти троих там, да, ну, в идеале что. Вот. Поэтому у нас план вознаграждения там до бесконечности вниз идет. Есть даже прописано и просчитано в личном кабинете, вы это увидите, потом у себя после регистрации можно зарабатывать даже $1 млрд в год. То есть стать долларовым миллиардером. Потому что, ну, как бы... Такие вот масштабы, да, потому что образование это позволяет. Вы слышали Кинича Майя в самом начале, о чем он говорил. Вот, поэтому если брать небольшой итог, который я хотел бы вам сейчас вот прорезюмировать и обозначить. Сделав даже самую минимальную инвестицию, 11 960 рублей, вы получаете супервыгодное вообще предложение, которое невозможно отказаться. Давайте прорезюмируем, что вы получаете. Целый месяц персонального обучения 2 раза в неделю у мультимиллионера, 30 аудиообращений с одним полезным советом от Владимира Довганя, собственно, да, что нужно делать каждое утро, доступ к базе знаний, 80 упражнений плюс 20 лучших тренингов, индивидуальная программа обучения плюс персональный интеллект-тренер, технология VA-Club бизнеса под ключ, где, то есть, комфортнейшие условия для построения команды и бизнеса. И седьмое – это за первый месяц доход от 48 тысяч рублей всего лишь за 5 приглашенных человек. Каким образом? Рассказываю. Собственно, когда вы за первые 14 дней с момента своего старта подключили 5 человек, компания это воспринимает как быстрый старт, считай минимально. Допустим, вы пригласили 5 человек на месяц, да, они все оплатили. 5600 на 5 – это 28 тысяч рублей вы заработали. Компания выплачивает вам разовую премию 20 тысяч рублей. Итого 48 тысяч рублей вы заработали. А если все эти люди купят там 3 месяца, то вы заработаете 5 раз по 10800, это 54 тысячи рублей, плюс еще 20 тысяч, 74 тысячи рублей, то есть еще больше, да, ну и годовой еще больше. Поэтому, собственно, вот это вот высказывание берется именно отсюда, да, то есть у нас реально почти каждый второй зарабатывает 48 тысяч рублей за первые там 2 недели в бизнесе Академии Победителей. Это сделать очень легко, поверьте мне. Вот, поэтому, что я хочу сказать. Что есть качественный продукт, есть готовый маркетинг, да, бренд, позиционирование там и так далее. Есть партнерская программа, которая уплачивает 76% со своего товарооборота, собственно, людям, да. И компания говорит, мы получаем 100% денег, и мы готовы делиться с вами прибылью. 76% от товарооборота, а не от прибыли, мы готовы вам отдавать. Остальное уходит на операционные расходы, учет и платежной системы, техническое содержание сайта, администрации, став, небольшая прибыль там... Ну и так далее, и так далее, и так далее, да. И, собственно, все это вы получаете вот в одном месте. Поэтому если брать вот такой момент, который я хотел бы вам продемонстрировать, я вам его показал. Теперь все внимание на меня, будем уже завершать. Как раз вижу 57 минут, уже надо заканчивать. Я обещал вам час ведь, да, чтобы вас не передержать. Я хочу сказать одну простую вещь. На сегодняшний день, простыми словами, что я хочу вам предложить, да, вот для чего сегодня я перед вами выступал. Я хочу, чтобы, да нет, точнее вот так, вы хотите, вы сами это вы хотите развиваться, получать результат в жизни от развития и быть богатым интеллектуально, духовно и материально. Этого хотят все. И поверьте мне, то есть я не какой-то там супер продавец, там, да, я человек, который обучается здесь просто 2 года уже, да, и в бизнесе строю. Я за эти 2 года, да, вот, собственно, примерно больше, чуть больше 200 тысяч долларов заработал, да, уже, то есть, ну, там, квартиру, ну, то есть, все себе там
полностью себя обул отдел там и так далее. Сейчас даже могу инвестициями заниматься, благотворительностью и так далее, и так далее. То есть, ну, жизнь другая совсем. И я очень с пониманием отношусь к вам в плане чего, что, скорее всего, у вас есть сомнения. Вы, наверное, думаете о том, что, там, блин, ну, как бы не дешево. А кто-то думает, блин, а что так дешево-то? Ну, что-то подозрительно, да, там, такой большой бизнес, а там такая дешевая стоимость, там, да, вот обучение. Целый месяц 11 960 рублей, ну, копейки, да, если честно. Кто-то думает, может быть, там, блин, бизнес какой-то такой, что-то я немножко не понял там и так далее. А кто-то говорит, блин, очень стоящая тема, я готов стартовать. Вот как я. Я после вот такой встречи прям сразу вступил в команду, не думая вообще. Ну, потому что, что тянуть кота там за одно место, да, то есть и упускать моменты. Поэтому есть у вас на трансляции две кнопки в вашем кабинете. Начать бизнес и пройти тест-драйв. Собственно, я обе их активировал. И давайте сейчас вы внимательно меня послушайте. Есть два варианта старта. Вариант первый. Это для людей, как я, решительные, смелые. Люди, которые привыкли, ну, собственно, они просто живут примерно так. Так, у меня есть мечты. То, что мне предлагают, это меня приближает к моим мечтам или нет? Да, все, беру, точно. Ну, то есть, там, сколько стоит, неважно. То есть, ну, как бы, это меня приближает к моим мечтам. Я хочу быть счастливым человеком. Все понятно. Это, собственно, для вас старт «Начать бизнес». Прямо нажимайте на эту кнопку, выбирайте абонемент, оплачивайте прямо сейчас и стартуем с сегодняшнего дня, с сегодняшнего вечера. Второй вариант. Для людей, сомневающихся, думающих, которые вот не уверены, мое не мое, а получится, не получится и так далее, и так далее. Для вас есть легкий старт, называется тест-драйв. Ну, как бы он говорит сам за себя. Попробовать. Попробовать, а мое не мое. Скажу сразу. Тест-драйв – это 3 дня, обучение по системе Академии Победителей. И вот все, что рассказывал, даже тренер будет тоже 3 дня с вами заниматься. Собственно, все, что я рассказывал, показывал, это у вас будет здесь. Как бы вы получите в тест-драйве. И более того, доступ на месяц к технологиям нашего бизнеса, которые мы используем. Но есть минус. Зарабатывать деньги вы не имеете права. Потому что, ну, то есть вам нужно иметь абонемент в компании. Но попробовать, как бы этот бизнес работает, посмотреть, как это работает и что это так, ну, то есть примерно почувствовать и увидеть, есть ли тут деньги или нет, да, грубо говоря. Вот это, собственно, тоже можете попробовать. Поэтому, если вы такой человек, который сомневается, да, то есть еще не уверен, хочет пощупать, попробовать, но как бы нет перспектив заработка, это, к сожалению, вам тест-драйв. Тест-драйв стоит вообще копейки, сразу предупреждаю, 990 рублей. Эта сумма есть у каждого на карточке сегодня, там даже у школьников, там, не знаю, я онлайн в кошельках, и, естественно, если вы хотите попробовать, прямо сейчас нажимаете «Пройти тест-драйв», листайте там вниз, внизу будет кнопка «Оплатить», оплачивайте любым удобным способом, там есть все платежные системы, собственно, оплачивает тест-драйв, он у вас прям сразу активируется, вот, вот в системе VA-Club, и вы начнете его изучать. Там очень много хорошего, полезного контента, который вы получите. Плюс с вами свяжется куратор, да, вот наставник, интеллект-тренер, да, то есть вы будете с ним взаимодействовать, ну и так далее. То есть, ну, как бы система заработает, да, простыми словами. И вы будете в курсе вот всего происходящего. Два варианта участия, которые, возможно, вот, собственно, в нашей команде прямо сейчас, прямо здесь. Скажу последнее. В нашей компании, помимо поездок и путешествий, есть еще программа на автомобиль и на мой дом. Для справки. Об этом почитайте на сайте, не буду сейчас на это время убивать. И вы знаете, есть такое понятие сегодня в мире, называется денежная слепота. Вы знаете, кто знает Марка Цукерберга, поставьте, пожалуйста, плюс. И, кстати, да, знаете, что давайте сделаем? Те люди, кто у нас являются партнерами в команде, поделитесь вашим результатом. Сколько вы заработали, за какой срок с момента вашего старта, да, вот в Академии Победителей. Ну, просто, чтобы у Гаси было хотя бы представление, да, вот, сколько здесь люди зарабатывают. Если вы знаете Марка Цукерберга, это основатель Фейсбука, вот, собственно, вопрос такой, это умный человек или не умный? Ну, скорее всего, все из вас скажут, что да, конечно, умный. Но есть прям удивительный факт, и таких фактов есть про всех, и про Стива Джобса, ну, то есть там, про всех людей. А факт следующий, что Марк Цукерберг, который уже видел Facebook, видел его там, собственно, в том виде, который сейчас он есть, да, когда он еще там в общаге жил там, да, у него в общежитии был сосед, который с ним жил. И представьте, Марк Цукерберг не смог уговорить своего, блин, соседа быть в доле Facebook и вместе с ним продвигать эту компанию. Его сосед выбрал дополучить образование в этом университете, вот, и, собственно, ну, как бы пойти по карьере
своей, которую он выбрал. Потому что он не верил в то, что Facebook сработает, и он сомневался. Он потерял миллиард долларов. Это называется денежная слепота. К сожалению, мы все с вами, там, я, вы все абсолютно, в каком-то большей или меньшей степени ею обладаем. Не видим, да, вот прям перед носом нам говорят, вот твой шанс стать финансово свободным человеком, бери и используй. Но почему-то вот мы какие-то в стереотипах, в загонах, там, в сомнениях, в мыслях, вот, в общем, во всех-всех-всех причинах, которые, да, сделают слабее, и по причине которых мы до сих пор там не живем жизнью, которую мы мечтаем. Они нас тормозят. Они, как, знаете, такие вот преграды, которые вот нам загораживают вот, обзор, да, вот нашей жизни. И я просто что вам спрошу? Вглядитесь, да, вот, всмотритесь в то, что я сегодня вам предложил. Еще раз. Давайте в свое окружение мультимиллионеров, система обучения, каждый день усиление себя как личность, софт прекрасный, учиться можно даже с телефона, там, да, вот, там, с любого абсолютно, там, с моего смартфона, вот, из любой точки планеты, и заниматься бизнесом просто вот в кайф. То есть по всем современным технологиям нашего, которые есть в интернет-маркетинге сегодня, в принципе. А дальше, уже находясь внутри команды, мы еще расскажем вам, как открыть свой клуб в вашем городе и просто прогреметь, вот как там, фитнес-индустрия. И мы что сделаем? Мы откроем ровно столько же фитнес-клубов, точнее, интеллект-клубов, сколько сегодня в мире фитнес-клубов. Поделюсь немножко планами. В 2017 году планируется развитие китайского рынка. Потому что Владимир Довган, человек, который говорит, ребята, я эту компанию создаю не для там, русскодумающих людей. Мы будем на китайском языке, на английском языке и на испанском языках, потому что это больше половины населения стран, планеты. Вот. И он говорит, что развитие сейчас, в текущих реалиях, самое правильное, собственно, через Китай, потом Европа, потом Америка. Да, это на это уйдут годы там, да, там, и так далее. Но вы будете где? В самом начале или в самом конце? Здесь не стоит вопрос, вы будете с нами или не будете? Вы точно будете. Вопрос либо сейчас, либо спустя год. Или, может быть, 2, или, может быть, 5, или, может быть, 10 лет, да, там, я не знаю, или, может быть, там, 20 лет. У всех по-разному, да, вот эта вот денежная слепота, она пропадает, вот у всех по-разному. Поэтому рассуждайте как осознанный человек. То, что мне предлагают, это меня приближать к моим целям или нет? Если да, смело, не думая, не считая даже, в принципе, инвестиции надо делать, не жадничайте на себя. В свое развитие никогда не будет лишним инвестиции даже там ни на копейку. Вложите 100 тысяч рублей в себя, собственно, получите выхлоп гораздо больше, заработаете миллион. Вложите 30 тысяч рублей в себя, заработаете там 500 тысяч. Вложите 12 тысяч, заработаете 100 тысяч. Но точно окупится это гарантированно. Поэтому не волнуйтесь.